Да, добрый день или добрый вечер всем, друзья. Вот сейчас я попрошу нашего дорогого Николая Сорокина, чтобы он начал свое слово. Да, свое слово. Я немножко юморист, поэтому по ходу я могу и вопрос задать, и пошутить, создавать такую человеческую атмосферу. И все время буду задавать вопросы, уточняющие смысл, потому что все зависит от контекста. Потому что одного парня спросили, это анекдот, ты огурцы любишь, Гарик? Он говорит, в каком смысле? Кушать люблю, а так нет. Поэтому все истина в контексте. Николай Сорокин, представляю вас. Уважаемые коллеги, у нас сегодня второй зум, посвященный геральдике, символике, атрибутике, брендингу, значит, научной школе «Гом Футурис. Человек будущего» и методологии «Ключ» Хасая Алиева. Значит, мы первый раз презентацию сделали на 15-20 минут вместе с уважаемым Константином Михайловым из Ростова-Великого, это Ярославская область. Значит, сегодня мы продолжаем эту тему. Константин Михайлов будет как бы демонстрировать эту презентацию. Мы дополнительно поработали. Значит, если вы не возражаете, Константин Михайлов должен включить презентацию. Нет, мы не возражаем. Мы будем Мы только рады. ждем. Давайте, давайте. Я хочу по ходу сказать, что Константин Михайлович не просто, как и все, необычный человек. Он и изобретатель, он и персональный мой ученик, он и очень талантливый человек. Но я не просто хвалю, я представляю, потому что посмотрите за его спиной наши эмблемы, наши книги. В этих книгах он участник новых приемов, он создавал новые приемы на базе системы саморегуляции «Ключ». Да, и там же мои дети, потому что мои дети, Алена и Шейла, первые ученики в мире, которым я еще, когда они были самые маленькие, 4-5 лет там им было, я им показывал, как петуха гипнотизировать. А потом через много лет я показывал точно так же, как гипнотизировать петуха на уже своей внучке Гретке. Нет, Хасан Магомедович, нет, вы утаиваете. Вы нас гипнотизировали, вы на нас экспериментировали. Не, ну ты про петуха забыла, потому что маленькая была. Петух Хасан Магомедович, здесь организатор отключил демонстрацию экрана. Вам надо включить. Так, Хасан Магомедович, вы как-то вот это разрешите функцию демонстрации экрана для Михайлова? Ой, наконец-то, наконец-то, слава богу. Открылась? Ага. Открылась. Пап, ты можешь у себя звук включить? Ты на три точки нажми справа, Сейчас я включу ее. чтобы Косте задавать вопросы, если что-то громко. Пап. Костя будет демонстрировать, а я буду это. Мое сейчас выступление, презентация. А, Сейчас, все, хорошо. секунду, но я включу сейчас. То есть, на самом деле, презентация моя, мы с Костей вместе ее подготовили. Все, я подумала, вдруг Хасан Магомедович захочет что-то спросить, а у него звук отключен. Ну, в данном случае ему надо включить, да. Да, ему надо сигнализировать А, тогда. ну тут я не могу включить, тут можно попросить. Хасан Магомедович, Ну, включите у себя звук. Пап, нажми, вот у тебя этот микрофончик перечеркнутый на твоем экранчике. Нажми на него, чтобы он раз это самое. Все, хорошо, все, поехали. Давайте, Константин. А, ну, будет Николай Сорокин рассказывать. Я лишь только А, дизайн хорошо, сделал, Николай. как это все, да. Так, уважаемые коллеги, начинаем презентацию. То есть у нас тема геральдика, символика, атрибутика, брендинг, научной школы и методологии «Ключ» Хасая Алиева. Значит, у нас есть стародавний и хороший бренд научной школы «Гом Футурис». Значит, человек будущего. Значит, далее. Это Константин делал Да. в свое время. Здорово. Далее. Здорово. Для династии Алиевых, вот есть понятие клеймо, бренд, вот для методологии ключ.
мы сделали отдельную тамгу, это вот как можно печать и прочее. Это вот два ключа, в центре вот буква Х, Хаса Али, и два ключа. То есть, по сути говоря, это ваша фирменная династическая, ну, назовем бренд, значит, руководитель вашей династии Хаса Алиев. А вот два ключа символизируют, ну, один ключ, допустим, Ален, старший сын, а второй ключ это Шейла Алиева. Ну и все династии. То есть это ваша родовая тамга, клеймо. Вот мы как бы... Коленька, я тебе хочу сказать, что они придумали моего внука, Алена сына, тоже правнука, назвать тоже Хасай. Ты понимаешь, он теперь... У нас два Хасая теперь. Пошли дальше. Но тогда получается, что это не просто династия, а вот есть понятие гильдии. И вот во главе гильдии профессионального сообщества стоит гроссмейстер, гроссмастер, он же как бы сегодня вот академик, прочее, он самый старший. Вниже мастера, потом подмастерья, а потом ученики. Это так во все времена. И вот клеймо мастера, тавро мастера, печать мастера, это на все изделия ставится. Вот это как бы, но у нас это дипломы, сертификаты и разрешительные все эти моменты. Пошли дальше. Константин. А можно вопрос? Можно один вопрос, пока вы дальше не пошли? А почему вы ключики расположили вверх, ну не наоборот, а вот так? Чтобы картинка лучше была. Теперь смотрите, вот буква А, она одновременно означает первый хасай или первый ключ. Получается тут многозначная система. Вот внутри это... Не-не, я не про А букву, а я про сами ключи. Почему они вот этими... Да замочками наверх. Вот так удобнее было букву А располагать. Ничего страшного. Можно... А, все, да, вот почему не смотрите, так? Мне кажется, так круче. Так круче, так как королевский вариант уже получился. Хорошо, он перевернет, пускай. Да. Вот мне такой вариант больше нравится. Хорошо. Это лично мне. Мы согласны. В общем, еще. Это очень красиво. Шейла, ты молодец, мне тоже так нравится. А так как королевский. Потому что да. Теперь дальше. Мы договорились с Хасаем Магомедовичем, что стресс-конгресс научной школы Хасая Алиева мы сделаем 16 октября, через месяц. А 16 октября будет 40 лет памяти Ганса Селье, Нобелевского лауреата, основоположника вот этой теории стресса. Стресса, да. То есть, получается, мы вот через месяц должны подготовить. Листаем дальше. Кстати говоря, Коленька, извини на секундочку. Ганс Селье, который начинал с проблем стресса, да, в конечном счете в своей жизни занимался этикой, моралью. И у нас тоже так получилось. Школа человека будущего, мы занимались психотерапией, я-то врач еще к тому же, психотерапевт и так далее, рефлексотерапия, мои дети только психологи. Но вопрос заключается в том, что в конечном счете мы сделали школу человек будущего, Homo Futurus, там, где человек может со скоростью инстинктивных реакций адаптироваться в условиях неопределенности, принимать неординарные решения на уровне изобретательства, использовать состояние нуля для перезагрузки. Пока, Магомедович, да подождите, елки, дайте нам... Я хочу сказать главное, что там тоже разрабатывается наука человеческая. Как у Селье. Он начал заниматься человечностью, и у нас тоже так получается. Мы стали... Говорит, но все умы в итоге приходят к философии, это известно. Давайте это в темпе презентацию смотрим, потом вы выступаете. Да, вот здесь мы тоже ключики переделаем, и фотография Хасан-Гамельша такая солидная. Давайте, пошли дальше. Потому да. что это все это, ну, сырой вариант, который согласовывается с вами. Мы будем в процессе сейчас переделывать. Классно. Вот так вверх вообще супер. Ну, мне нравится. Ален, тебе нравится? То есть это родовая плечать династии. Да, это вот такой нам родовой этот самый герб будет. Как тебе, Ален? Вот так. Вот.
Да, мне тоже нравится. У меня звука что-то нету почему. А все, появилось. И получается, Хасай Алиев, один из ключей Ален, а второй ключ – это Шейла. Да, и все Алиевы при этом. Да, да, да. И все при этом А Алиевы, все трое. Да. Отлично. Пошли дальше. Вот, уже видно. Пошел Ален тут у нас. Классно. Алена, они тоже нормально, да? Да, вообще круто. Круто. Ой, какая хорошенькая. Прям кинозвезда. Что-нибудь, ну. Прям кинозвезда. Нет, Кость, пока мне нравится. Ну, потом, если надо будет, для солидности что-то какое. О, Николай придумал стресс-конгресс. Это очень сильно. Здорово. Отличная фотография, Николай. Смотрите, ребята, у нас... А что это за символика вот слева? Рассказываю. Это уже рассказываю. У нас... Я рассказываю. Я соединил 5 первых букв. 5 поколений. И буква М это вот моя фамилия моя. Интересно знать. Это личный ключ нашего Кости. Это его ключ. Да. Персональный. Отлично. То есть получается, вот ну, уже следующие, уже могут, кто будет там у Хасая Магомедовича ученики, они уже могут делать свой личный еще. То есть, вот, ну, Николай обещал рассказать поподробнее. Ну, давай, давай. У нас метод подбора путем... Только с нашего общего разрешения. Да. Нашим личным контролем. Давай, всех. Да. Верхушки, да, так сказать. Ну, я свой ключ еще не разработал, но буду разрабатывать, да. Да, Николай, вы такой красавчик тут. Давайте. Классно. Да. Вы свой еще не разработали, да? Да, нет. Следующее. Ну, Николай, вы дальше рассказываете, что там про... Ты показываешь? А, вот. Дальше вот такие баннеры пошли. Здесь вот эти вот части будут меняться. Ну, Николай, давайте рассказывайте. Ваши же... В данном случае получается... Я буду менять сразу. Ален проживает в Дагестане и города Махачкала, и Дербент там. И получается, вот здесь красота достопримечательности Дербента и прочее. То есть, вот, ну, он должен картинку хорошую найти. Наша крепость Нарынкала. Дербентская крепость. Вот это доработаем потом. Ну, вот этот вот баннер. Для чего этот баннер? Вы же мне вот так красиво рассказывали. А, извини, давай так. Ты сперва пролистай. Мы же сейчас показываем, а смысл это вы... Нет, давай листай, мне надо дойти до твоего. Вот, вот получается тут то ли Кремль, Москва, то ли что. Да. И получается здесь это, ну, один и тот же. Добавим, да. Это 3 человека династии Алиева. И лично их как бы этот... Ну, ну, называется клеймо, тавро, печать. Ну да, это личные. Да, да. А вот если уже я ученик, то есть тут уже классно добавляется. Ой, так красиво вы там в картинку добавили, да? Угу. Золотое кольцо. Здорово. Ну, вот золотое кольцо. Ну, вот, теперь смотрите. В данном случае... У нас мы делаем не только представительство, но для нашей академического сообщества, гильдийского сообщества, научного сообщества делаем как бы это инфраструктурное и институциональное развитие. То есть в каждом регионе мы делаем вот такое академическое представительство, где руководитель представительства, вот он руководитель, тоже его фотография, его ключ, и вот написан великий Ярославская область, Золотое кольцо, вот его красота, это его личное. И, ну, отлично. Ну точно так же может быть Воронеж, точно так же может быть как бы Самара, точно так же, листаем дальше. Можно, пока вы не полистали дальше, Николай, и, Николай, минуточку. А можем мы чуть-чуть
привнести какие-то изменения конечно, в наши представительства, ну, это чтобы первый... отличалось, да, да, чтобы да, было некое отличие. Да. Предположим, ну, что-то чуть-чуть изменить, например, чтобы было понятно, что этот человек представитель. Нет, а так получается все пока одинаковые. Извините, это... Ну, предположим, цвета может быть. Шейла, видите, вот эти два бренда, которые... И Гомштурес, это означает, что согласие династии Алиев, вот это представительство. Не-не-не, это мы не трогаем. Я имела в виду цвета, чтобы да, они отделялись цвета, от нас. Мы можем менять. Да, а вот, скажем, представители у нас будут все в зеленом цвете, вот, например. Что угодно, а вот мы, можем, мы например, в синем. У я вот про очень это. Очень мало времени было, и мы поэтому... Не, нет, нет, Кость, мы же размышляем. Да, у да, нас до 15, извините, до 15-16 октября время есть. Листаем дальше. Ну, просто я сразу говорю, что, может быть, вам было проще, потому что это поменять. Понятно, понятно. Ваше замечание. Ну, да, я думаю, что представители должны отличаться. Тогда будет проще людям и нам самим. Хорошо. Значит, у меня направление психофизиология труда, промышленности, научная организация труда и производства, гигиена труда, основы безопасности деятельности. Вот, ну, то есть у меня, я фактически профессиональный стресс-исследователь, о себе коротко скажу. Значит, в данном случае у нас, я закончил Саратовский госуниверситет, по диплому преподаватель биологии и химии, но кафедра физиологии человека и животных, направление эндокринология и, по сути говоря, биохимия и стресс. То есть тема была биохимия и гормональные изменения во время беременности. То есть, а в Москве я диплом делал в третьем стомате кафедры нормальной физиологии и медицинской физики профессора Наумов, Наумова Татьяна Сергеевна, доктор биологических наук, ученики Анохина, и Полянцев Владимир Александрович, ученик Анохина. Эмоциональный стресс у студентов во время экзамена, устная письменная форма, кардиограмма, сердечная деятельность. То есть я 81-83 профессионально занимался стрессом. Классно. Здорово. Пошли дальше. Тема отличная, тема очень отличная. Пошли дальше. Да. Так, дальше у нас... Вот это, ага. Это и институциональное, и инфраструктурное развитие вот наших возможностей. То есть, по сути говоря, вот, ну, у нас три активистки нашей школы, Любовь Абакумова, Елена Руденко и Татьяна Ларина. Когда мы начали, ну, первую презентацию такую краткую сделали, они начали там свои, ну, предлагать конкурс на эти логотипы, баннеры и прочее. И вот мы должны их, сегодня мы должны сформировать программный организационный комитет будущего стресс, как бы форума научной школы Хаса Алиева на 15-16 число и приурочены к 40-летию памяти, ну, со дня смерти Ганса Селье. Да. Вот. Теперь смотрим. Киберакадемия. Да, смотрим. Методология. Методология и ключ. Вот это все. То есть, ну, это понятно, там перевернем, прочее. Дальше. Научная школа Хаса Алиева, Гом Футурис. Это у нас получается человек, и человек космический, человек звездный, но одновременно человек в полудреме, между сном и бодрствованием. Это вот когда утром проснешься или ночью проснешься, это, ну, там уровень медитации, ну, как говорит любимое выражение Хаса Магомедовича, нулевое состояние. На синем фоне. Пошли дальше. Классно. Вот. Онлайн-стресс-конгресс научной школы Хаса Алиева, по сути говоря, Алиевские чтения, 15-16 октября и 16 октября 40-летие Ганса Селье. Это суббота-воскресенье будет, 15 через месяц. Отлично. Суббота. Дальше. То есть у Хаса Магомедовича возникла как бы идея. Вот ему знакомый просто сказал, да, это у вас направление йоги. А вот я предлагаю создать без образования юридического лица
международное общественное движение «Космическая хаса-йога ключ». И, по сути говоря, ее наполнение будут как раз методологии инструментарий ключ. То есть это для большего продвижения в международном плане. Хасан Магомедович, вы точно решили йога, слово добавить? Карма-йога, джнани-йога, хатха-йога. И как? Вот для продвижения, чтобы люди понимали, что это не просто отдельный какой-то метод, не просто какая-то аутотренинговая программа, а это серьезно. Это вот для международного значения это сильно-сильно. И получается без образования, вот уже у нас есть как бы и в Германии, и на Кипре, там, и в Америке, и в Берлине, ну, в Германии я имею в виду, наши представители, и вот это понятие йога, оно нам поможет для международного продвижения, это возможности, новые возможности, это можно обсуждать и двигать, это как, это предложение, то есть Хасан Магомедович мы предварительно обсуждали, это предложение. Я извиняюсь, а тире между хаса и йога не надо поставить для полного понимания? Не надо, не надо. Точно, это, да? Вы уверены? Почему? Карма-йога, хатха-йога никаких тире не ставят. Да, ну, у вас все ясно. Вопросов нет. Да. Но эта йога не закорачивает. Дело в том, что да, там же ключ есть. Да. Там хатха-йога, извините, а может быть, да. Ключ-йога. Не-не-не, не надо. Хаса, это вот с точки зрения поэзии звучит красиво, хаса-йога. Кратко. Есть, ну, это как Ален Сан звучит. После Ален Сан пошло хаса-йога. Есть полное название, есть краткое название, есть фирменное название. Да-да. Теперь... А чего это киберакадемия? Почему? Отвечаю. Киберакадемия Хаса-Алиева «Человек будущего». Это... Очень просто надо понимать, что сегодня новые возможности, цифровые возможности, используем Telegram, используем Zoom, используем другие цифровые платформы. Это использование цифровых платформ. А кибер – это задействовано, короче, все системы. Да, да. То есть мы подчеркиваем, что мы работаем в киберпространстве. Вот это. Кибер-возможности, цифровые возможности. А это каждый человек поймет, да? Нет, а в данном случае это заготовка. А, все понятно. Это казначейство киберакадемии. А вот смотрите, получается, человек будущего, у нас авторские права и академическая интеллектуальная собственность, учредители, участников академии, наши методологические разработки, научные труды, статьи, доклады, книги, бренды, вот это видеоролики, символика, логотипы, это все сюда ложится и принадлежит академии. Понятно. Хасан Магомедович, вы готовы отдать академии? Да, неучтенных, неоцененных. Это, в том, слушай, вчера не только, я извиняюсь, скажу для юмора. Да. Вчера только смотрел в интернете, какой идет там напряженный такой момент по поводу Марка Захарова, наследие которого прикарманил себе директор бывший театра, и который... дочку Марка Захарова, которая роли исполняла, прекрасная актриса, у нее забирает все это директор. Я вот думаю, вот Хасан создашь, все эти логотипы создашь и все это сделаешь, Николай дорогой. А потом заберут. Надо найти еще такого, который все это заберет. Да, да, для кого-то. Поэтому... Давайте так. Чтобы у нас была история тогда, потому что без такого человека, который у нас все заберет, история не получается. Так вот, давайте так. Чего-то не хватает. В данном случае патент – это защита интеллектуальной собственности, авторских прав. А есть такая тема, которая называется управление брендами и управление изменениями. И вот как раз я специалист, значит, по брендингу, по символике, по геральдике. То есть в данном случае мы, Хасай Магомедович, участвовал в 5-6 передачах наших «Праздники науки», где участвовали представители ряда академических структур,
структур промышленников Хасай Магомедович в правниках науки участвовал. И поэтому все, что вот это мы делаем, это мы уже как бы наработали для других академических структур. То есть разговор идет о том, как академическое сообщество, гильдийское сообщество, научное сообщество, вот так называемый некоммерческий сектор, сделать эффективным хозяйственным субъектом. Вот этим я занимаюсь последние 20 лет. Я думаю, Шейла в этом больше меня разбирается, я вообще в этом не разбираюсь. Я в том плане, здесь надо все очень, как говорится, документально. Теперь смотрите, рассказываю вам, что такое академия. А то получится, что все участники академии будут иметь права. Послушайте, академия есть учредительные как бы взносы. Годовые взносы, взносы, возможно, благотворительность, и все это не облагается как бы налогами и прочее. Это очень удобная площадка, это не коммерческая сеть. Это шикарная площадка, однозначно. Да. Дальше. Да, здорово. Это хорошо, я не люблю коммерцию. Да, тут нет коммерции. Нет, извини, покажи фотографии этих ганселей и прочее. Константин Михайлович настоящий последователь. Вот видишь, у него вся стена, наши книги стоят. Вот он сделал эти логотипы и Homo Futurus, и он же еще сделал. Я хочу воздать должное. А вам нравятся мои Константину Михайлову? Он сделал наш индикатор на дереве. Индикатор градусник напряжения от 10 шкала напряжения до 0. От шторма до штиля, до состояния нулевого, чтобы определять динамику состояния человека до и после применения ключевых приемов. Вот он, Константин, сделал. Я поэтому все время ему пытаюсь выразить эту свою сердечную благодарность. У меня все пропало, куда-то все исчезло. Котяра, смотри, здоровый какой. Все исчезло. Ума. Ага. Николай, все исчезло. Ничего, ничего, сейчас появится. Ничего страшного, я сейчас это... Вы же рассказали уже. Как твой, Олен, как там твой? Там осталось только про этих... Какой же? Гансу Силье будет... Он в 82-м году умер, 40 лет его памяти. 16 октября. 15-16 октября проводим стресс-конгресс, посвященной памяти Ганса Силье, Нобелевского лауреата, и нашей научной школы Хасая Алиева. Есть понятие масштаб личности. И вот я считаю, что уважаемый Хасай Магомедович, значит, по масштабу является продолжателем и реальным разработчиком вот этой теории стресса, самым сильным как бы в мировом пространстве. То есть вот, то есть я масштаб личности говорю, уровень Ганса Силье, уровень, значит, Кеннона Уолтера Брэдфорда, который ввел термин стресс и ввел термин гомеостаз, ну и прочее. Это все эндокринологи. Ну и основатель эндокринологии у нас Бернар Клод. Это как бы история и прочее, поскольку я эндокринолог, я как бы эти имена знаю со студенческих лет, но получается мы эти три святые фамилии, основатели как бы эндокринологии, то есть стресс, гомеостаз, всю эту теорию, как она развивалась, обязаны как бы там рассказать. Это 15-16 числа, стресс-конгресс. Значит, и теперь уровень Ивана Петровича Павлова, уровень Анохинской научной школы теории функциональных систем и уровень Николая Пирогова. Потому что Николай Пирогов – это хирургия во время боевых действий и прочее. А у Хасая Магомедовича Алиева самая лучшая методика стрессовых ситуаций при чрезвычайных ситуациях, катастрофах, медицинских катастроф и, как бы, для нашей системы гражданской обороны и прочее. И в том числе перевод стресса там в систему творчества, значит, это вообще, как говорится, удивительная, ну, находка и прочее. И сама вот эта синхрогимнастика ключ,
вот, которая, ну, наработана уже, апробирована, ну, фактически десятки лет, это действительно новая методология и инструментарий. Это, и вот этот момент, что это может и должно использоваться и в боевых условиях, и для мирного населения, и как бы для спорта высоких достижений, и то, что начиналось с космонавтики когда-то наших, то есть это и включение резервных возможностей человека, управление чувственной эмоциональной сферой, тесные связи с эндокринологией и деятельностью мозга. Ну, вот я на этом коротко как бы завершаю свое такое выступление и предлагаю как бы вот дать слово Анисимову Олегу Сергеевичу. Он послушал эту презентацию, если он не ушел из эфира. Олег Сергеевич, вы здесь? Нет. Нет, здесь нет. Вот, к сожалению, видите, я хотел... Так, ну, тогда давайте так. Я хотел бы, Владимир Патрович, вы слышали презентацию? Владимир Иванович? Я только конец твой слышал, твоего доклада. Ну, давайте тогда коротко. Владимир Иванович Патрушев – это руководитель научной школы. Иванов Валентин Николаевич и Патрушев Владимир Иванович. У них это Академия наук социальных технологий местного самоуправления. Фактически 100 учебников УМО, которые энциклопедия управленческих знаний по муниципальной науке и образованию, журнал «Муниципальный мир» и фактически академические наработки самого высокого уровня. И поэтому я вот эти все наработки нарабатывал для нашей академии, но их адаптировал к научной школе Хасая Алиева. Поэтому Российская академия естественных наук, мы с Кузнецовым Олегом Леонидовичем, но разговор идет, что все эти наработки, они приспособлены к реальным научным школам. И у Хасая Магомедовича Алиева сотни учебников бестселлеров, сотни роликов там и в Ютубе, и на других каналах, обучающих роликов и прочее. И получается, это колоссальные нематериальные ресурсы, которые надо превратить в нематериальные активы. И, по сути говоря, можно, вот чтобы сделать научную школу эффективным хозяйственным субъектом, можно, вот, допустим, сегодня доходы, ну, назовем X, можно увеличить кратное количество раз, 100 раз, 10 раз, 100 раз, 1000 раз, но для этого нужны именно корпоративные подходы, корпоративная этика, корпоративная бюрократия, именно управление брендами и управление изменениями. То есть нужны профессионалы. И Владимир Иванович Патрушев, вот один из академиков, который мой учитель-наставник, является одним из таких профессионалов, который поможет нам вот в этой теме управления нематериальными ресурсами и превращения их в нематериальные активы. Спасибо за добрые слова, Николай Александрович. Слышно? Да, слышно. Да, все меня слышат? Да. А вот я вижу... Алиеву, Хасан Алиев, низкий поклон, ребята, всем. Вот, у меня 6 сентября был день рождения. Поздравляем. Да. Вот, мы вот это все отметили, очень хорошие поздравления пришли со всей. От Владивостока до Калининграда поздравляли. И это действительно та научная школа, вот, которая создавалась многие-многие годы. Вот, и эта научная школа сегодня, она востребована, несмотря на то, что вот президент Академии наук с нами уже нет, Иванова Валентина Николаевича, Большакова с нами нет. Это все были люди очень большого, крупного масштаба. Это крупные личности были, вот, которые развивали науку о человеке. Николай Александрович, вы очень правильно сегодня говорили о людях, которые заботятся о здоровье человека. А наше, вот мое лично как бы предназначение – это социальное здоровье общества. Общество тоже болеет. Вот. Это такой большой, очень сложный социальный организм. И очень важно, так сказать,
иметь своих социальных терапевтов. Вот социальный терапевт. Вот. Есть конфликты, вот. Есть вот такие социальные болезни, вот это и пьянство, табакокурение, это алкоголизм, это, значит, наркозависимость, это вот конфликты, в том числе и на бытовой почве конфликты, разборки различного рода и так далее. Это отклоняющееся поведение, вот. Это распад семьи, вот, родители бросают своих детей, не хотят за ними ухаживать. И много-много таких социальных болезней. Вот эти социальные болезни нужно не только диагноз поставить, что вот так и так, значит, плохая демография, распад семей. Молодые люди не хотят заводить семью, не хотят заводить детей. А что это такое? Это то, что через какой-то промежуток времени у нас будет уже не 140 миллионов жителей в России, а меньше. А что это на такой огромной территории? У нас по прогнозу Менделеева, Дмитрия Ивановича, сколько, когда он делал прогноз? У нас должно быть сегодня 500-600 миллионов человек на территории проживать. По прогнозам Менделеева. Владимир Иванович, дайте я реплику скажу. Да. Научная школа Хосе Алиева называется «Home Futurist», «Человек будущего». А расшифровка – это человек творческий, человек мыслящий, человек знающий, человек интегральный, человек ноосферный, человек космический. Ну, можно, конечно, там продолжить и человек как бы социальный, хозяйствующий, экономический, но это потом. Человек и биосфера, человек и ноосфера, это все потом. Мы взяли основные направления. И получается, Хосе Магомедович уже, ну, тут династия врачей-психотерапевтов, то есть Хосе Магомедович и его сын и дочь Шейра, которые тоже психологи. У нас Анисимов Олег Сергеевич, ну, входил как бы в это пространство, но вот ушел, к сожалению. Видать, не выдержал. Хосе Магомедович выступал уже, да? Он сейчас выступит. То есть он, сейчас выступит, отлично, он, отлично. Он руководитель этой школы. Так я вот и не хочу сказать о том, что мы ведь с вами, Николай Александрович, и с Ивановым, мы формировали целостную личность. Вот, у нас была такая программа, у нас была такая цель, вот. И мы, честно говоря, когда работали в школе по формированию управленческих кадров в гимназии номер 4, эксперимент ставили по подготовке управленцев 21 века, тогда, когда мы работали со студентами в РГСУ, в Самаре, в Барнауле, мы всегда подчеркивали мысль о формировании... О трибуне социальной инноватики расскажи. Да, целостная личность. А для того, чтобы по нашим стопам преподаватели работали, нужно было готовить учебные пособия, словари толковые мы готовили. И все это с нуля. Вы понимаете, буквально с первой лекции постепенно готовились учебные пособия, социальные технологии, социальное управление, социальный менеджмент, значит, управление муниципальное, управление государственной и муниципальной и уйма. Значит, вот Николай Александрович сказал, готовили мы энциклопедию управленческих знаний для того, чтобы готовить управленцев 21 века. Вышло более 200 томов в этой энциклопедии управленческих знаний. И самое главное, что есть не только учебное пособие, но есть и толковый словарь. Вот, что можно будет пользоваться. Вот буквально он под рукой, вот такой вот толщины, вот словарь теории управления, мы его назвали энциклопедический словарь. Вот, он вышел очень большим тиражом, и сегодня он уже разошелся, является редкостью, он издан в 2004 году, в издательстве «Муниципальный мир». У нас было свое издательство, вот, у нас был свой журнал
муниципальный мир. Вот. И, конечно, была хорошо подготовленная команда. Команда, которая проводила деловые игры, команда, которая консультировала органы государственного управления и местного самоуправления, команда, которая проводила научные эксперименты. И всегда научный эксперимент заключался тем, как человек живет в социуме. Доволен, недоволен, что чего беспокоит человека в городе, в деревне, в сельской местности, какие стороны жизни человека не удовлетворяют. И вот когда мы эту систему мониторили, мы видели, это значит и материальное, это духовное, это культурное, это социальное, это психологическое, это межнациональное, межрелигиозное. И вот такая вот нарезка проблематики. Мы это все ввели такое понятие социальные ресурсы. Социальная ресурсология – это учение о социальных ресурсах, о нематериальных активах. А эти нематериальные активы в любой стране, в том числе в России, составляют не менее 50% всего национального богатства. Поэтому, когда мы говорим о людях, о социуме, о мотивации, прежде всего о мотивации, вот я думаю, Хасай Магомедович скажет, вот мотивация. Мотивация к учебе, мотивация к жизни, мотивация к труду, мотивация к тому, чтобы меньше было всяких, значит, вот безобразий, то есть позиции человека, вот личная позиция какая, гражданская позиция человека. Вот сегодня специальная военная операция идет. Это отношение к операции. Вот. Это уже отношение к этому событию, на какой стороне этот человек и помогает, переживает, критикует, отрицает, вообще так сказать, против выступает и так далее. Уже по одному критерию можно судить, значит, о том, каково состояние общества, понимание и, значит, своей гражданской позиции. Владимир Иванович, можно два слова перебью вас? Давайте. Значит, вы потому что поздно подключились. Мы 15-16 октября готовим как бы такие академические чтения от династии врачей-терапевтов Хасая Алиева с их методологией «Ключ» и научной школы «Хоум Футурис. Человек будущего». Так вот, суть в чем? 16 октября еще 40-летие памяти Ганса Селье, основателя науки о стрессе. Значит, поэтому вот такие академические сюжетные деловые игры для научной школы Хасая Алиева, где вот включить соревновательность для школьников, студентов, любознательных пенсионеров. То есть это квесты веселой науки, квесты высокой науки. И вот наше вот это управление брендами, это своего рода как конструктор Лего. Мы открываем академические представительства, прочее, соревновательность включаем, как игру КВН. Вот КВН – это у нас клуб веселых находчиков. Веселых и находчивых, а у нас тут квесты высокой науки. И мы хотим на соревновательном уровне включить вот это достижение, сделать хорошую презентацию. То есть, по сути говоря, Хасай Алиев собирает друзей. И у Хасая Алиева, как говорится, он работал и в космонавтике, и спорт высоких достижений, и с артистами, и на крупнейших промышленных предприятиях, в частности, допустим, радиоэлектронный завод «Сириус», это в Армении, и у него была собственная лаборатория. Это уже выход на психофизиологию труда и промышленности, научную организацию труда и производства, выход на гигиену труда, организация безопасности жизнедеятельности. Но у него лучшая в мире система выхода из стресса при медицинских катастрофах, чрезвычайных ситуациях. Это там он Беслан, Курск, прочее, вот везде был участник и главный как бы
помощник именно выхода из психологических вот этих травм, прочее, для участников вот этих, ну, терактов и страшных, ну, как бы вот этих ситуаций, которые в жизни нашей страны существовали. Поэтому я сейчас слово хочу передать Хасай Магомедовичу. Значит, вас прошу поддержать, уважаемый Владимир. Да, хорошо, спасибо. Я поддерживаю. Подготовиться к Горохову, он раньше именно геральдика, символика и прочее возглавлял рекламное агентство, он выскажется вот по нашей презентации подходом. Но сейчас выступает Хасай Магомедович, а потом Горохов, Мумбадзе, Козельский Андрей. Ну вот, пускай каждый выступит. Татьяна С. это у нас кто подключилась? Татьяна С. аббревиатура. Все, Хасай Магомедович, вам слово. Спасибо, мне очень порадовало то, что вот предыдущий выступающий Владимир Патрушев сказал о целостности. Он доктор социологических наук, профессор. Ну да, это чувствуется, вот что он компетентный человек. О целостности. Но если человек в стрессе находится, целостности не может быть, потому что его внимание фиксируется, и тогда он находится в состоянии транса, потому что стресс – это неуправляемый транс, у него формируется некая доминанта, которая не интегрирована в целостность внутримозговых процессов, и поэтому гомеостаз может нарушаться, и биоавтоматы организма, выработанные миллионами лет, могут давать сбой. Поэтому мы обучаем человека тому, чтобы человек мог управлять своим состоянием, своим внутренним гомеостазом в нужный момент, когда там не хватает, как говорится, перевести на сознательное управление. И вот у нас вот есть в нашей школе человек будущего Homo Futurus, который мы разрабатываем много лет, и у нас очень много участников, у нас только в интернете 138 тысяч слушателей, подписчиков, и очень много активных участников в разных странах мира. И самое главное, что мы сейчас научились, и многие этим пользуются практически, методически, использовать энергию стресса как стресс-трамплин для своих творческих достижений, решать нерешаемые ранее задачи в области науки, в области спорта, в области искусства и так далее. Вот я, например, никогда не учился рисовать, а член Союза художников и мой сын Олен, когда я ему сказал, давай, Олен, через год выставку сделаем, он говорит, папа, мы же не умеем рисовать. И через год сделали выставку, и он член художника. Вот за ним тоже его картины там. Это просто говорит о целостности личности. То есть, по существу, когда человек умеет справляться со стрессом, не только его снимать, как обычно это бывало, и поэтому вы упомянули и о наркоманстве, и о пьянстве. Я сам раньше выпивающий человек был, и трубку курил, и никак понять не мог, что если я брошу это, праздник, мне казалось, кончится. Потому что мне казалось, если я брошу сейчас пить и курить, жизнь поблекнет. Не будет того состояния целостности, о котором вы говорите. Потому что, когда человек выпит, ему бывает такое состояние, когда он может сказать себе «я могу», потому что он живет как в системе таких координат, когда никто с ним не считается, бывает в социальной системе, когда от него ничего не зависит, когда он винтик в системе. И вот он тогда пьет, для того, чтобы почувствовать, что он может. У нас даже есть такое понятие не только «я есмь», но еще есть понятие «пьяному море по колено». Ну, поэтому люди выпивали, потому что у них вот эти вот блоки снимались. Потому что по природе человек своей – творец. И когда ему не поддерживают это, когда этот творец в социуме не востребован, когда ростки человека-творца приглушаются разными способами, когда он винтик, который сам от себя не зависит и ничего из себя не представляет, не человек с большой буквы, а просто так, часть населения. Вот это вот тогда человек и пьет.
А мы вместо выпивки сейчас предлагаем приемы, с помощью которых человек может выходить на состояние Творца, когда он начинает чувствовать себя человеком. Да, вот это как раз таки использование энергии стресса. Такого в мире никогда не было, потому что когда раньше говорили управление стрессом, имелось в виду снимать стресс. Это йога, медитация, другие методики, которым известны уже и тысячи лет. Ключ – то, чего раньше не было известно, потому что ключ – это как раз таки основа на сознательном использовании бессознательных реакций. Александр Ильич, да. Давайте о подготовке онлайн-стресс-конгресса научной школы Хасаили 15-16 октября. И о геральдике, вот символике, как вам это понравилось. Перейдем вот к этому обсуждению. Да, конечно, но я же должен был чем-то обосновать, почему мы говорим о школе «Человек будущего» и Хасаили. Что там такое лежит в основе, ради чего сыр-бор? Я поэтому и говорю, обучение тому, чтобы быть целостным, развивающейся личностью, за счет того, что умеет использовать энергию стресса. Об этом в нашей последней книге «Вместе со школой». У нас вот сейчас выступает вот по геральдике, символике Юрий Иванович Горохов. Приготовиться Андрею Козельскому, он у нас профессиональный журналист и экономист, возглавлял как бы у нас направление в Российском и Международном Союзе Товаропроизводителей. И Наталья Мумбадзе, начиная выступать. Константин Михайлов тоже выступит. Давайте. Юрий Иванович, вам слово. Да, да, всех приветствую. Если можно мне демонстрацию экрана сделать? Да. Горохов. Мы очень надеемся на Юрия Ивановича. Да, профессиональный архитектор и целое экологическое движение «Живая планета» организовал. Так, видно, да? Да, да, все хорошо видно. Да, Николай Александрович, спасибо большое. Ну, может быть, пару слов я себе расскажу, да? Наверное, вот я недавно появился вот в команде Николая Александровича, да, вот в замечательном сообществе. Я архитектор, член Союза архитекторов, родился в Иркутске 20 лет, 22 года в Рязани. И полтора года назад я был принят научным сообществом, член-корреспондент Российской инженерной академии. Вот за мои вот эти, скажем, открытия, исследования, касающиеся биосферы, касающиеся климата, восстановления экосистем планеты, создания биосферных территорий. Но это очень коротко. И на территорию страны сделано больше 20 концептуальных проектов от Владивостока до Москвы, назовем, да, включая, естественно, Рязань. Вот. Я в 90-х годах, у нас было тяжелое положение вообще в экономике, и архитекторы, проектировщики были просто пухли, грубо говоря, от голода. И мне в то момент, чтобы как-то выжить, я организовал рекламную фирму. У меня есть опыт создания, скажем, фирменных стилей. Я, конечно, не готовился про геральдику, просто геральдика – это одно из составляющих, наверное, фирменных стилей, товарных знаков, да, образного, скажем, показа некоторого сообщества или некоторых, скажем, коллективов. Сейчас я здесь быстро покажу. Ну, свои работы, я думаю, было бы интересно. Это если потребуется мое какое-то участие, я бы с радостью мог бы помочь. Так, секунду. Ну вот сейчас я быстро покажу некоторые работы, назовем. Это я делал вот вверху, еще будучи в Ангарске. Так, где у меня тут? А, вот. Это вот товарные знаки, логотипы назовем, которые я разрабатывал авторские. Достаточно много было сделано. Вот. Дальше это уже ближе. Сейчас я покажу то, что в Рязани. Ну так, по ходу уже занимался иногда визуализацией каких-то своих идей. Это вот такой проект уникальный. Сем Соборов, вот его, скажем, логотип, там, да, товарный знак. Проект Прайд, родовые поместья России, это тоже моя разработка. Ну, вот так, короткий обзор.
Вот, то есть потребуются ему услуги, я бы с удовольствием принял участие. К нашей презентации мы только эту тему начинаем. Нам надо подготовиться вот эту всю систему до середины октября, целый месяц на подготовку. Ну, не вопрос, я владею программами, естественно, и CorelDRAW, да, вот Константин владеет. Скажем, Юрий Иванович, мы можем совместно поработать. Можно мне вопрос, Юрий Иванович? Да. Юрий Иванович, вчера состоялась организация Народной академии наук Веча. И вот, значит, учредители, организаторы, это Василенко Василий Николаевич, вот, знаете его, это Иманов из Санкт-Петербурга, вот, это Шелкопляс из Иваново, да. И вот встал вопрос разработать товарный знак, речь идет о проекте «Ноосферная планета». Это колоссально огромнейший проект, вот, «Ноосферная планета», с тем, чтобы вот все, что мы с вами говорим о конфликтах, болячках, экологических катастрофах, катаклизмах и про войнах и так далее. Вот это все, значит, надо нашу ноосферную планету успокоить, перестроить, гармонизировать с природой, с биосферой. Вот. И таким образом вот этот проект, мы вчера в Черне его обсудили, вот сейчас готовится большая книга, затем, значит, учреждение, вот, вплоть до получения статуса неправительственной организации, Организации Объединенных Наций, с тем, чтобы эту ноосферную планету делать. Но учитывая, что вот вы уже проект делали «Живая планета», то сам Бог велел нам с вами, вот, и Николай Александрович, солидаризироваться, вот, и, значит, ноосферная планета, этот проект начать осуществлять. Как вы к этому относитесь? У меня к вам просьба. Да, 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 вот замечательно отношусь. Спасибо. У меня к вам просьба. У нас конкретно идет сегодня брендинг ведущих научных школ. Просто школа Хасая Алиева вот будет первой. Я предлагаю такие академические сюжетные деловые игры, вот именно для научной школы Ром Футурис, методологии ключ, вот подготовить и провести 15-16 лет. А ну, также провести эти методики мы используем для вашей научной школы Иванова-Патрушева, да, Райан и так далее. То есть, сейчас не надо отвлекаться. 14 числа у нас вот будет зум, посвященный наследию Гумбольда. Тема наследия. Принимается. А я хотел по ходу просто восхищение свое выразить, потому что мне очень приятно, что с такими людьми ты нас знакомишь, Николай. Я еще накидал, спасибо. Вот несколько слов, да, Саим Магомедович, скажем, на тему Творца, Чудотворца, да, на тему способности человека, на тему его, скажем, принадлежности и на тему, назовем вообще, законов природы мироздания. Вот чем я занимаюсь, это создание поселений, создание нового подхода к развитию территории биосферного. Ну, я не буду детали говорить, но когда, скажем, это происходит, когда природа приходит в состояние первозданного, близко к первозданному, что мне удалось сделать на своих участках, на 3 гектарах под Рязанью, да, вот в этот момент человек начинает освобождаться от каких-то вещей. Вот почему происходит алкоголизм, да, когда человек уходит вообще от реальности? Потому что он не может воплотить то, что ему дано сверху, его талант, его способности. И от этого человек начинает терять смысл жизни. А когда, скажем, мы приходим к новой парадигме, к новой цивилизации, да, у человека открываются его способности, он просыпается. Мне в своей жизни удалось, да, попасть в ту профессию, которую мне, скажем, максимально я могу что-то отдать, да, для людей. Это самое главное, соответствие самому себе. Да, да, да. И вот когда люди, скажем, каждый человек, у него проснется его внутренние потребности, тогда наша цивилизация может, и Россия
так мощно рвануть экономически, духовно, социально, что это будет не 6%, как в Китае, да, и не 15%, как было после войны у нас. Это будет другой уровень развития, это будет другой совершенно... Конечно, у нас даже закона такого нету о сохранении Творца в человеке. Даже закона такого нету. Да, потому что у нас презумпция виновности. У нас предполагается, что каждый человек, дай ему свободу, он обязательно свет, у нас на красный свет дорогу. Учредительное организационное собрание. И поэтому давайте вот сейчас кратко, пускай выскажутся все. Юрий Иванович, презентацию заканчивайте, но мне нужно ваше согласие, что вы участвуете в нашей команде. Вот это геральдика, символика и подготовка, ну, вот для научных школ конкретно. Конкретно вот тут, здесь конкретная школа Хасая Алиева. Я ее рекомендую поработать с ней. Ну, конечно, я с большим удовольствием поучаствую в мере своих возможностей, в меру, скажем, моей необходимости. С большим удовольствием, конечно, я что смогу, то постараюсь сделать. Давайте Наталью Мублазу, затем журналисту Козельскому Андрею. Наталью Мублазу. Трансляцию экрана прекращаю у вас. Да. Я хочу всех нас поздравить с учреждением первой академии для очень достойного специалиста и человека, для Хасая Магомедовича. И я хочу обратить ваше внимание на то, что Николай Александрович со своей стороны делает все, что может для того, чтобы это учреждение состоялось. Честь ему и хвала. Выживет ли эта академия, будет ли она в безопасности, это нужно решать всем. И вопросы безопасности, они касаются в том числе и самой династии Алиевых. Если вы сможете кому-то отдать это, то вы отдадите сами. Это нельзя никому отдавать. У вас должен быть бренд, и этот бренд сегодня очень необходим, потому что люди в ужасном состоянии, мы все это видим. Мы все с этим боремся, мы все хотим, чтобы было улучшение по всем фронтам нашей социальной и общечеловеческой жизни. Обязательно. Ваш труд, он очень нужен. И чем больше у вас будет филиалов, чем больше у вас будет последователей для вашей школы, тем быстрее мы достигнем успехов. Мы все хотим таких положительных результатов. Я всех нас с этим поздравляю, успехов нам. И самое главное, что безопасность – это, конечно, первое условие. Вы должны все продумать со своей стороны, а мы со своей. Поздравляю вас. Спасибо. Уважаемые коллеги, сегодня я предлагаю всем участникам создать программный комитет, организационный комитет и вот такое конгресс-бюро, корпоративный секретариат будущего стресс-конгресса научной школы Хасая Алиева 15-16 октября. Я думаю, никто не откажется, поскольку мы тут приглашали всех специальных людей. Вот все у нас активисты научной школы Гом Футурос, вот в частности Любовь Абакумова, Елена Руденко, Татьяна Ларина, которые предлагали поучаствовать вот и конкурс на там баннеры, логотипы и прочее. Их обязательно надо привлечь в этот программный комитет. Но в основе здесь вот династия врачей-терапевтов Алиев, держатели этой авторской методологии. И как ее это развивать, прочее, это у нас, вот, ну, считайте, второе организационное собрание, но вначале оно было Хасай, философ, доктор наук Аршинов Владимир Иванович, и мы с Костей. Сегодня уже подключились сыновья и дочь Ален и Шейла Алиевы. Значит, и давайте вот уже время осталось месяц собираться регулярно, и чтобы у нас Zoom был, нормальная запись. То есть сегодня вот такое, в хорошем смысле этого слова, инициативное учредительно-организационное собрание мы провели, и давайте готовиться к конгрессу 15-16 октября. Коленька, можно вопрос задать по ходу? Да. Слышал сейчас от Натальи, что уже академия создана. Я так хотел уточнить, о чем речь идет. Я даже и не знал, что... Извините. В данном случае разговор идет о том, что сперва мы вот это все делаем. Да. Вот понимаете, есть понятие сетевая академия, корпоративный университет. Это новые возможности, это инструменты, которые вы не использовали. У академии есть. То есть... Да я не против, я просто хотел понять, мы уже создали академию, что ли, да? А сегодня учредительное инициативное собрание по созданию этой академии. То есть мы вот наброски, как бы согласовываем это все. Мы вам это поможем, мы это знаем, как это делать. Да. Я понял. То есть мы сегодня говорим о создании академии, да? Да.
И учредительные все документы, вот это все мы сделаем на 15-16 октября. Мы сегодня стартанули. Ах, вот оно в чем дело. О, тебя ж поздравили, тебя ж Наталья поздравила. Конечно. Да, Наталья, спасибо большое. Как говорится, вы хорошую весть мне принесли. Теперь я буду понимать свою ответственность. Да, я всех вас поздравляю. Это совершенно замечательное начало. Значит, Андрею Козельскому, журналисту Российского и Международного союза товаропроизводителей, промышленнику. Андрей Козельский, вам слово. Можете выступить? Так, у нас Андрей что-то молчит. Татьяна С. Аватарка, это кто у нас подключился? Выступать будете? Татьяна С. Ну, тогда давайте по кругу завершаем. Выступают Ален и Шейла, уже как бы участники этой династии. Надо сказать. Давайте, я скажу за нас двоих. Что надо сказать? По поводу чего? Какую тему берем? Давайте, хотите экспресс-реабилитацию, я с вами проведу. Ален, я при подсказке Константина подписался на ваш как бы телеграм-канал и на канал Алена. Получается, у меня сейчас 3 канала присутствуют. И вот эту тему корпоративного университета, тему сетевой или киберакадемии, значит, Лом Футурус, методологии ключ, вся эта инструктурная, это большая сложная работа. И тут должны работать профессионалы. И я скажу так, вот в науке есть понятие промышленный образец и малая серия. И за многие-многие годы работы вы сделали промышленный образец в малую серию. Но как это масштабировать, тиражировать, клонировать? Вот как Генри Форд, изобрели автомобиль без Генри Форда, а он сделал поток-конвейер, дешевый автомобиль для массовой, и сделал это уже миллионными тиражами. Вот в данном случае именно промышленный как бы подход к управлению нематериальными ресурсами, превращению их в нематериальные активы. Это изданные книги, это целебные ролики, это труды, статьи, это наши консультации. В общем, по сути говоря, это новая тема, никем не изведанная, и поэтому в нашей академической структуре должны быть свои чиновники, своя бюрократия, своя система документооборота, своя иерархия. То есть вот эту всю систему мы, ну, то есть у нас есть опыт работы в академических сообществах. Это не просто школа Хасая Алиева, а это академическая, научно-интеллектуальная, ну, если хотите, вот аббревиатуру АГНИ, академическая, гильдийская. Гильдия – это профессиональное сообщество. А у каждой гильдии есть свой святой патрон и старшина. И получается, вот святой патрон у нас Ганс Селье, основатель науки стресса, а гроссмейстер конкретно, он же гроссмастер, он же старшина, это Хасай Алиев. И получается, вот, а это преемственность вот династии Алиевых, чтобы именно методология инструментарий ключ и школа Homo Futuris продолжали, она должна, как говорится, продолжаться, развиваться, и то громадное сообщество людей, которые участвуют и в международном плане, но вначале давайте организуемся, ну, на общероссийском уровне, наше региональное отделение, а потом уже у нас есть и Германия, и Кипр, там, ну, и так далее, другие страны. Да. Николай, я прошу прощения, но для этого надо как-то сесть и, наверное, как-то структурировать. В данном случае, вот сегодня мы поговорили, у нас месяц на подготовку всего этого дела. То есть, нужна какая-то структура, потому что я лично так не понимаю. Давайте так, мы пришлем вам все эти расшифровку, прочее, всю презентацию дополнительно сделаем. Да. Я так понимаю, Коленька, я понимаю. Каждый занимается в сфере своего таланта, он там чувствует себя счастливым, когда он совпадает сам с собой. Счастье – это быть самим собой. Я это понимаю прекрасно. Единственное, чего я боюсь, я всегда был свободным внутри, но у меня все время, вот действительно, Владимир Патрушев как раз правильно сказал, и Юрий Горохов это подчеркнул, что как раз-таки, когда не дают человеку быть самим собой, он начинает деформироваться. Вот здесь вот как раз тонкость.
как бы ни случилось, я вот всю жизнь боролся с тем, чтобы быть самим собой, поэтому мог изобретать, создавать, хотя это происходило через большие проблемы, столкновения, потому что никогда со временем не совпадаешь. Но вопрос заключается в том, что ты сейчас предлагаешь, или мне это так показалось, что как раз-таки забюрократить это все. Вот как раз-таки это такая уйма работы, где я так боюсь вот этого всего. Нет, вы этого не бойтесь, это вас не касается. Разговор идет о том, что вы как гуру-наставник, вы это уже создали, у вас промышленное образец на серии, вы создали сотни книг-бестселлеров, вы создали сотни там целебных обучающих роликов. Ваша задача только руководить процессом, а включить систему... Чтобы руководить, даже должен быть компьютер. Вот как раз руководить ему не надо. Дайте слово молвить. Друзья, пожалуйста, можно? Тральдика, академия, готовится стресс-конференция. Николай, большое вам спасибо. Константин молодец такой, вот он нам все это показал и обрадовал. И большое спасибо всем участникам. И с такими сторонниками, сотоварищами, конечно, мы все это сделаем, но опять же, да, хотелось бы, чтобы это было что-то свободное, а не законсервированное. Извините, у нас это будет для школьников, студентов и любознательных пенсионеров. Это будет в игровой форме, это академические сюжетные деловые игры. И это превратится в праздник души. А вот для школьников у нас уже есть в игре тренировки, созданная, да, вот в игре тренировки. Как раз таки. И для пенсионеров она, кстати, тоже пойдет. Да. Потому что ключ же у нас снова на закономерностях работы мозга. Младенцев, да. И вот на лучшую оформление, на лучшую презентацию региона, прочее, пускай соревнуются, а надо наладить систему распространения литературы, систему распространения как бы целебных роликов, обучающих роликов. И вот это все поможет. И получается, здесь руководители региональных отделений, они вот эти все функции начинают, ну, включаем сетевой принцип, они собирают целевые аудитории. То есть, что такое целевая аудитория? То есть, я не уверен, что вот, например, у Юрия Горохова, который такой талантливый, вот сейчас показал такие вещи интересные, как он делает. И также Владимир Патрушев, который такой глубокий, компетентный человек. Я вот так сегодня очень доволен, что мы так познакомились с Натальей Лазовой. Вот я не уверен, что у них будет время, душевное время тратить себя не на свою деятельность, в которой они счастливы могут быть, а именно вот на то, что кто-то что-то предлагает какое-то делать там. Отвечаю. Владимир, успокойтесь, Хасай Магомедович, потому что все, что мы делаем, это для любых научных школ. Вы просто локомотивная, первая, пилотная. Это другие школы это будут тоже применять. Просто вы первые. Здорово. Мне бы хотелось понять схему вообще всю. Можно мне слово? Николай, представляете? Чтобы мы могли в это вникнуть уже, как говорится, я первый раз. Коля, скажи тебе, что у нас есть месяц для этого. Вот давайте так. Ну, отлично. Вот давайте так. Есть множество инструментов продвижения своего бренда, личного бренда, значит, управления брендом, управления изменениями. И есть различные институты, институциональное и инфраструктурное развитие. Вот тут мы используем международное общественное движение космическая хасай-йога ключ. Вот тут мы используем академическое пространство Киберакадемия. Вот тут мы используем стресс-конгресс научной школы Хасай-Алиева. Вот тут мы создаем региональные и функциональные подразделения нашей академии. То есть и у нас кого назначить? Это проверенные люди, кому доверяется, и система контроля обратных связей. То есть получается, мы включаем коллективный разум и коллективное взаимодействие. Вот откуда появляется богатство. И Коленька, я поэтому эти вопросы задаю, чтобы немножко понятно было. Да. Потому что только любознательные становятся почемучки только становятся великими. У нас
Андрей Козельский и Татьяна С. будут выступать, а иначе слово мы дадим Косте Михайлову, главному виновнику нашего торжества, и самому молодому, ему 33 года, вот та молодежь, ради которой мы трудимся. Все Наполеоны в это время появлялись, потому что мы ветераны, пенсионеры, большинство здесь. А вот он 33 года, вот для него мы живем, работаем. Ну да, поэтому да. Ну, да. На самом деле я даже не знаю, что сказать. Здесь вы все такие профессионалы, я только в самом начале своем. Нет, давай так, ты проводишь свою работу конкретно в Ростове-Великом и Ярославской области. Давай вот конкретно, получается, что вот эта система брендинга, система герарии. Понимаете, да. У меня потихонечку тоже вот ушей вот только начинает складываться. Мы вот с Николаем так работаем, он говорит мне, и я сразу это делаю. Пока я только выполняю функцию дизайнера и успеваю сам одновременно изучать программы и все это создавать. Ту сырую презентацию, которую мы наработали, презентацию можешь включить? Пролистаем. Могу включить, да. Короче говоря, вы еще все почувствуете, да, Николай. Николай очень активный. У него талант руководить, и он, у него бешеная энергия, он вообще очень такой вот в этом, так сказать, извините, невероятный человек. Он в данном случае в свое время я был долларовым миллионером, 10 миллионов оборот и 5 лимонов наворачивал, и лимон с копейками на себя зеленый. Да. И по 100 тысяч баксов у меня ежегодно на меценатские благотворительные цели были. В том числе сохранение космической станции «Мир» 99-й год. Я эту компанию был, как бы, вот Герман Титов, Виталий Тевостьянов, депутат Братищев, я был помощником. Это мы организовали вот Международный благотворительный фонд сохранения космической станции «Мир». Ее хотели топить осенью 99-го года. Она летала еще полтора года. Нашли финансы, средства, все. Ну, и я был вице-президентом, и как раз вот эту тему нематериальных ресурсов, нематериальных активов мы подробно занимались, я возглавлял эту тему. Ну, вы знаете, я думаю, что надо просто сесть нам как-то и просто хотя бы структуру организации-то накидать. Да, извините, вот сегодня первое рабочее такое вот на совещание. Элла, ты развязываешь руки нашему Николаю Сорокину. Я хочу понять, что... Давай, показывай. На думки Николая хочу понять. Я не понимаю, у меня почему-то все исчезло. Ладно, давай так. В общем, ситуация такая, ребята, я вам скажу, что есть понятие зонтичный бренд, опорный бренд, сетевой бренд, управление брендами. Вот транснациональные корпорации, допустим, там вся, любая какая-то Coca-Cola, прочее, она там не миллиарды, а чуть ли не триллионы долларов свои бренды. Это там какой-нибудь Nike и прочее за любую полоску. Я теперь понял, я буду не новые методы создавать, а буду брендами. Бренды. Разговор идет не только о сохранении интеллектуальной собственности, авторские права, а еще тема управления брендами. И вот эта ваша личная тамга, родоплеменная, династическая, которую мы создали, вот эти два ключа, это тоже дополнительный бренд, который, как и Home Futurus, человек звездный, человек космический и человек в полудреме, полусне называется, нулевое состояние, это дополняет два бренда, они ваши личные. Спасибо тебе, Коленька. Я же бы не знал об этом вообще ничего. А теперь я знаю об этом. Да. Так, можно слово сказать еще, добавить? Да. Я хотела сказать, что теперь, собственно говоря, вот вся эта развертка внутренняя, как вы будете действовать, по каким принципам, игровые методы или методология чистая, это все ваше решение. Вы можете создать очень интересный образ научной подачи своего материала, которым воспользуются другие. Понимаете, вот это сообщество, оно как раз призвано находить новые формы. И у вас сейчас прекрасные возможности, а вас трое. Вы представляете, вы уже такой коллектив, который решит любые задачи. Поэтому вы для многих будете просто примером. Спасибо, Наталья, это нас вдохновляет, да. У них есть внуки, дочка Шейла тоже. Это хороший подход, да, правда. Спасибо вам. Ага. Да. Ну что, ребята,
Вот Юрий хочет что-то сказать, и Коленька. Юрий Горохов хотел выступить. Юрий. Да-да. Горохов, а Горохов. Горохов. Уточни. Слово горох. Да-да-да. Царь горох, да. Вот я недавно для себя открыл такое понятие мировоззренческий сдвиг. Наверное, слышали, да, что это такое? Вот в свое время, такой маленький пример, когда, ну пускай возьмем там 2000 лет назад, когда мы пользовались цифрами римскими, да, ну человечество, да, палочка, там крестик, галочка, оно в тот момент отражало свои задачи. А в какой-то, скажем, период развития стран, цивилизации этого не хватило. И тогда появились арабские цифры, которые на порядок, скажем, больше выполняет поставленную задачу, да, для этого, скажем, для этого аспекта, для этого сектора знаний. Вот это называется мировоззренческий сдвиг. В свое время, когда появились компьютеры, это тоже мировоззренческий сдвиг. Ну, тех или больших или разных, скажем, там масштабов. А если говорить еще глубже, да, то вот мы сейчас, ну, как я считаю, как мое мнение, что человечество подходит к мировоззренческому сдвигу, к новой парадигме развития цивилизации. Вот то, что происходит, да, вот что Николай Александрович предложил, и сейчас как-то это все получается, это синергия, это объединение мыслей, концепций, идей инновационных на основе знаний природы, законов мироздания, да, которые, скажем, соединяются в одну большую концепцию развития цивилизации, нового подхода, потому что мы сейчас, где живем, это уже все, это уже себя исчерпало, нужно двигаться вперед. И, скажем, и это требует новых подходов во всех направлениях: спасение климата, планеты, экосистем, социальные отношения, новая экономика, новые, скажем, вообще идея, скажем, у людей. Не просто где-то, ну, знаете, да, была такая тема в Америке, да, скажем, человек сделал себя сам, вот кто стал богатым, сам себе сделал, это является высшим проявлением якобы разума. На самом деле нет. Скажем, разум-то не в том, что ты больше всех заработал, у тебя там куча самолетов, а в другом, что ты можешь что-то сделать, что ты творец, что ты можешь создать что-то, вещи для других важные, для себя и всего человечества, и для своих близких, и для окружающего пространства. Все, спасибо. Отлично, да, спасибо. Спасибо, Юра. Это очень приятные слова, потому что на самом деле нет ничего ценнее новой мысли. Человек же homo sapiens, человек разумный. И вот создание идеи самое востребованное, потому что на самом деле все люди просто повторяют. А вот кто создает идеи, вот это самое ценное, вот то вы сейчас это и сказали, это очень здорово. Это и есть творец, конечно. И, извините, я в чате написал, Андрей и Татьяна С. в аватарке будут выступать или нет? Они молчат. Ну, видимо, если они даже без видео, наверное, скорее всего, не будут. Технически, наверное, трудно им, да, потому что вот и радио мы... Андрей в чате писал. Хорошо. Пускай напишет в чате, если это не это. Мне все время хочется Патрушеву нашему, уважаемые коллеги, Ваня хороший сказать, потому что он такой широкий. И Наталья, такие интересные вещи, когда она сказала, да вы же сами подходы и предлагаете. Как это здорово. Ну, какой коллектив получается интересный. То есть, в принципе, можно ничего не делать, а я имею в виду делать только то, что ты любишь. Так, уважаемые коллеги, все равно все будет как кристалл нарастать, да? Но если так получится, это вообще счастье, если так получится. У вас уже есть кристалл, вы только его оформите для всех, и все. Он у вас есть. Давайте так. Вот это оформление же, оно как раз и есть, сегодня говорится, не сегодня... то, чем я умею заниматься, оформлять. Суббота. Попробуем. Спасибо, Наталья. 10 число. Давайте через неделю в субботу встретимся, и вы не против? Ну вот, теперь Коля начал, да. Теперь Коля на все. Да, я знаю, теперь вам жизни не будет. Ни пятницу, ни четверг. Да. Так, через неделю в субботу встречаемся? Да не могу я, конечно, у нас в четверг или в пятницу вебинар. Извините, в данном случае вы меня сейчас уже не интересуете, меня Шейла и Алена интересуют. Они же сказали, что вы только как-то... Так Шейла же со мной вебинар проводит.
Не, Николай, конечно, давайте я встречусь с вами. Когда? Давайте, в пятницу. А давайте на субботу. Лена, ты не знаешь, на что ты подписываешься. А это твоя задумка. Я вынуждена это все. Я его очень люблю и уважаю. Дело не в этом. Просто я хочу сказать тебе заранее, что Коля неуемный. Да? Но это тоже любит свое дело. Мы конечно, из этой неуемности сделаем. Он на своем месте. Он я 20 лет на своем месте, но он неуемный. Чтобы академические структуры сделать эффективным хозяйственным субъектом. Я просто хочу, как человек. Я, короче, предупредил. Дальше вы сами взрослые люди. Александр Галич, я просто хочу, как человек, находящийся в этой теме, понять масштаб видения Николая, к чему он все это ведет. Пожалуйста, общайтесь. Просто я тебе заранее, как папа. Из этого возьмем. Давайте так. Из этого сделаем. Я Коленьку люблю, с другой стороны, чтобы ты была в понимании, что это вулкан. Вот так. Давайте так. Zoom будет организовывать Константин, чтобы не было проблем. И он скинет это после по времени. Костя, ты неожиданно. Костя, неожиданно. Николай, просто у меня там зум такой ограниченный на 40 минут. Вы еще узнаете, что такое 40. Друзья, друзья, я Николаю рассказывал, есть телемост, Яндекс Телемост. Ага. Он гораздо проще, не требует ограничений. И вот давайте попробуем, если это важно. А что это такое Яндекс Телемост? Яндекс Телемост – это без скачки программы, ничего не надо устанавливать. Просто ссылка делается и заходите. Это вот круче, чем Zoom. А как проще это? А где его найти? Например, ну, если хотите, я или мы с Константином сделаем ссылку, вы просто по ссылке нажимаете, попадаете в Яндекс Телемост. А там тоже можно демонстрации делать какие-то. Демонстрации, видеозапись, время не ограничено. Да вы что? А приглашать людей туда также можно просто как в Zoom? По ссылке. Сбрасывайте вот ссылки. Вот видите, новая академия начинается с новых технологий. Вот самое замечательное. Да, спасибо, Наталья. И это все привело к тому, что... А сколько человек туда в этот телемост можно? Ну, давай, сколько организовывал, я не видел ограничения. Я, может, могу ошибаться, но пока я не видел ограничения. 10-20, по-моему, там спокойно тянет. Хотя могу ошибаться, прошу прощения. Потому что сложно оплачивать Zoom, это за границей надо оплачивать его. Поэтому там тоже надо скачивать программу какую-то, да? Ничего не надо скачивать. Ничего, просто от ссылки заходите. И все открывается автоматически. Давайте так, мы втроем, Горохов, Горохов и я, апробируем это дело, а Шейле сообщим. Время, давайте субботу обозначим. Хорошо, давайте. Хорошее начало, Костя, я вас поздравляю. Да, Костя, давай время согласуем. Какое тебе время? 7 вечера, допустим, 8 вечера? Какой? Нет, согласовываете, я в субботу свободен. Какой день? Какой в субботу день, в 7 вечера, я готов. Через неделю. Давайте, суббота в 7 вечера, договорились. Следующий. Алла, у нас с тобой вебинар, когда будет? В среду вебинар, Хасан Гаевич. У нас? В среду? Да, в эту среду. Владимир Иванович, скажите нам напоследок добрые слова. Ну что, я очень воодушевлен. Вот, энергия социальная. Жизненная энергия через край бьет, Николай Александрович. Да. Поэтому вот Хасай Маговедович, как мудрый человек, правильно говорит. Слушай, мы так чашу быстро наполним этой жизненной энергией. Вот. Самое главное, что? Чтобы вот наше знание, оно дошло до широких масс. Раз. Второе. Это наше знание могло бы наше общество сделать более сплоченным, более организованным, более дисциплинированным, более ответственным. Надо сказать, что в нашем обществе много людей очень безответственных, вот, безразличных, которому плевать на все, что значит, вот, происходит в стране. А это, вы знаете, недопустимо. Должна быть активная жизненная позиция. И вот несмотря, скажем, на наши седые головы, вот я смотрю на моего друга Хасая, у него тоже сивая грива, потому что и дети большие уже. Мы люди ответственные. Нас так приучили. Ответственные.
ответственность за семью, ответственность за свою деревню, ответственность за свой город, ответственность за свой регион. Едешь по дороге, переживаешь, и то не так, и яма там, голдобина, понимаешь, и почему, и так далее, и так далее. То все ответственное. Вот это состояние человека, состояние общества, это уже общество сплоченное, общество что-то может делать. И вот я глубоко убежден, что все ваши тренинги, вот, то, что вы сказали, из стресса, из какой-то, так сказать, вот трудной ситуации надо получить жизненную энергию, перебороть, сделать выводы, не допускать этих ошибок впредь. Вот. Тем более больших ошибок нельзя допускать. В этом и заключается мудрость. Вот. И поэтому Николай Александрович предлагает, во-первых, вот этот круг, который сегодня состоялся, вот в октябре, провести, может быть, такой круг единомышленников, затем его постепенно расширять от Сахалина до Калининграда, находить там людей, которые будут нас понимать и которые будут точно так же проводить такую же активную жизненную позицию, как мы сегодня с вами договорились. Вот. Вот я всю жизнь так делал. Если вы спросите, какой жизненный путь я прошел, от машиниста электровоза, я же машинист электровоза, техникум, институт, аспирантура, ВПШ при ЦК КПСС, кандидатская, докторская и так далее, образование техническое, научно-техническое и гуманитарное. Я являюсь специалистом в области государственного строительства и права. Вот эту специальность вторую мне дали. Что это, о чем это говорит? Это говорит о том, что нам нужно вместе научиться работать с людьми. Работать таким образом, чтобы действительно страна шла на подъем, наша великая Россия. Вот. И у нас все возможности есть. У нас замечательные люди, огромнейшие природные ресурсы. Территории, слушайте, 10 часовых поясов. Только этот ресурс использовать, 10 часовых поясов, это просто клад. Но, к сожалению, пока не получается, получается плохо. Государственное и муниципальное управление работает плохо, транжирит ресурсы. И вот тут нам нужно с вами как-то вместе и находить. Вот каждый приходит на нашу территорию, вот, значит, тот замечательный человек, архитектор с Рязани, Горохов, 3 гектара земли привел в идеальный порядок и строит ноосферный социализм. И я в Орловской губернии, я с вами разговариваю из деревни Стная, в Орловской области на границе с Курской, глубинка, из своего дома. Я вам передаю. Я на своей территории строю ноосферный социализм. Живу в гармонии с природой. Здорово. А что это? Где это можно посмотреть, Юрий? Вот ноосферные ваши постройки. Ноосферные постройки? Ну, да. Вот вы смотрите на меня, если все. А что? Сад, огород, значит, цветы. Ну, все сделано на высочайшем, все своими руками. 4 гектара, да? Как? Ну, вот как нет, у нашего нет. Дедушки. Когда дедушки. Там 10 суток, ладно. Как у нашего дедушки на Озерной. Вот смотрите, у меня картина, там дедушкин дом. Там сколько дедушки у него земли? На лавочке, а вокруг как бы дорога проходит. А про то, как освоить. Там тоже своими руками дедушка все делал. У нас такое было в социализме. Вот, абсолютно прав. А 4 гектара? Юра, вот Юра хочет сказать. Юра, говори. Ребята, смотрите. Ну вот Николай Александрович у нас координатор. У меня несколько статей, у меня много лекций, да, и в МГУ, и в Иркутске, и в Москве, и в Питере, и, скажем, материалов и презентаций очень много.
Ну, я не знаю, как-то надо связаться, или у Николая Александровича это все есть, или у меня мой телефон, WhatsApp и Viber. Давайте, ребята, так, я попрошу Шейлу и Алену в чате написать свои телефоны и почту, чтобы... Да, да, Юра, напишите тоже мне телефоны и почту. Сюда? Я свое пишу. Так, я сюда пишу, в чат. Да, все пишут. Так, чат еще найти надо. Владимир, скажите, пожалуйста, а вы вот когда говорите о социальных таких вот явлениях, вы интуитивно предполагаете, что через сколько времени может наступить позитивный переход? Вот сейчас. Ну, вы знаете, я, значит, предложил высшему руководству проект, вот, и этот проект дает мне возможность через 3 года круто изменить ситуацию, прежде всего, где бы я ни жил. Должна быть мотивация. Мотивация от того, что плохо делать нельзя. Нигде. Нет, вот. Для вас понятно. Да. У людей же нету, не у всех такое воспитание. Да, нет. А воспитание, мы с вами делаем эти воспитания, когда включаем мотивационный ресурс. Мотивация. Это мотивация... Это пример нужен и образ будущего. Да. Где человек найдет свое место. Конечно. Совершенно верно. Это раз. И второе, я должен переживать, как развивается предприятие, как развивается район, регион, страна в целом. Да, я переживаю, вношу предложения, меня слышат, меня понимают, это ценное предложение. А сегодня, куда я не обращаюсь, везде отписки идут. Все. Система не воспринимает. Ну, правильно, это всегда так бывает, когда бюрократия начинает увеличиваться. Это всегда во всех эпохах. Как только бюрократия начинает разрастаться, она сама себя воспроизводит. Абсолютно, да. Вы помните, смыслы только формы. Ну и в религии также. Ведь и пророки тоже говорили о человечности, о любви. Да. А потом превратились в традиции, в форму там и так далее. Вылучивается смысл идеи, конечно, дух идеи выходит, конечно. Да, это очень сложный механизм. Да. Ленин говорил, социализм потерпит поражение от бюрократии, от бюрократизма. И точно так, вот то, что вы сказали, да. Полностью... Советский Союз погиб от бюрократии. Конечно. Да, я это вычислил в свое время. Я даже книжку сделал «Национальная идея России. Генератор будущего манифеста». Мы делали с Федором Макаровым 10 лет эту книжку. Там я вычислил как раз-таки вот этот момент. Потому что даже вот мы, допустим, хорошие ребята, придумали что-то. Теперь, если нас стало больше немножко, мы выдвигаем кого-то, например, Коленьку, или там Алена, или меня, или вас, или там Юру, или еще кого-то. Выдвигаем кем-то, депутатом, допустим. Но на другом уровне уже, где мы нашим коллективом, самодвижением, там одни от принципы и отношения, выдвинули человека туда, а там он уже общается с другим уровнем, вот здесь наступает межуровневая рассинхронизация, там другие законы. И там и начинается и царедворство, и подлизывание, и учет других интересов. И те же самые люди, прекрасные, там начинают деформироваться. Потому что между уровнями вот этими... связями междууровневая логика, чтобы сохранить человека целостном человечестве, это миллионы лет нужно, это не просто один день. Поэтому и парадигмы меняются, и вот эти сдвиги происходят, о котором Юрий говорил. Конечно, это очень сложно. Вот сейчас как раз-таки вот эти противоречия накопились. В принципе, частная собственность и общественная собственность, социализм или капитализм, что первичнее, материальные ценности или духовные ценности, и как найти их баланс,
И в очень многих точках планеты разные эти самые аспекты высвечиваются как лучшие. Мне кажется, в этом отношении, конечно, у России был шанс. Был шанс в какой-то момент как раз-таки. Но я думаю, вот по вашему прогнозу 3 года, а по моему прогнозу, я недавно на одном из видео говорил, посмотрите после 15 сентября, что будет позитивно. И вот сейчас этот день приближается, а я это сказал 2 месяца назад. Тогда это не слышно было вообще, а сейчас как раз происходит кое-что. Я думаю, знаете, когда? После 15 сентября начнутся кое-какие изменения. И да. Дай Бог, чтобы ваши слова до Бога дошли. Ну, хотелось бы. Да, да, я всем хотелось бы, абсолютно точно, да. Значит, Ален, тоже телефон в чате напишите, телефон, Ален. Значит, Ален, там вот внизу есть чат, вот внизу. И почту. Я предлагаю сегодня завершать, мы долго уже общаемся. Значит, давайте. 19, согласуем там на каком ресурсе, то ли телемост, то ли можно через мою личную конференцию или Константина Михайловича конференцию, чтобы Хасая Магомедовича не беспокоить и не заставлять мучиться там. Я хочу для всех сказать, я хочу для всех сказать одну вещь. Дело в том, что я давно понял, что у людей все есть. Все есть, и голова есть, и сердце есть, и человечность, и ум, и все есть. Одного только не было, одного только нет, и я надеюсь, что у нас это будет. Контакта не было, потому что мы, очень много людей хороших, умных, но никак не могут начать взаимодействовать. Сегодня контакт получился, и я поздравляю вас, и я очень благодарен нашему Николаю Сорокину и, конечно, всем нашим участникам. Сегодня я так чувствую, просто по своей контакт получился. Помните 70 лет Хасая Магомедовичу? У меня было 20 февраля, мне было 60 лет, а ему в 21 году было 70 лет. То есть мы проводили отдельный зум поздравления. То есть, да, я помню. Да, 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 да. То есть выходит, я с ним познакомился в конце 20 года, вот 2 года уже знакомства. Обалдеть. Да, да, мы за это время помолодели. Хасай, одно слово можно? Конечно. Да вы очень правильно сказали, вот. Нужно контакт, нужно взаимодействие, нужно взаимопонимание, нужно взаимоуважение. Вот слово «взаимо» – это всегда как бы… Это главное слово, да. Да, но оно ведь нужно нам зачем с вами? Оно нужно для того, чтобы самореализовать свой потенциал. Вот. Самореализовать свои знания, свои способности. Общество говорит, давайте взаимодействовать, но чтобы произошел самореализация творческого потенциала каждого человека. Потому что и у ребенка, и у школьника, у студента, а тем более у нас с вами заложен большой творческий потенциал. Вот это взаимо и само я вывел закон. Это главное сущностное противоречие между взаимодействием людей при достижении общих целей и самореализацией личности. Шикарно, шикарно, шикарно. Взаимо и само. Прекрасно. Это всплеск социальной энергии. Да. Вот социальная энергия в обществе появляется только тогда, когда вот это противоречие разрешается. Правильно. Законодательно, в семье. В кооперативе, особенно кооперация, это очень важно. При поселении, вот то, что Горохов говорит, вот, пожалуйста, у них там поселение такое, что они друг друга понимают и так далее, и так далее. И каждый человек чувствует себя успешным, удовлетворенным, самореализованным. Вот эта вот социальная энергия, еще ее называли раньше пассионарность. Вот почему общество пассионарно или не пассионарно? Ищите, что нет институтов взаимодействия, они очень забюрокрачены. И второе,
И даже человек с выдающимися способностями в обществе никак не может себя проявить, он не востребован. Значит, посмотрите на ученых. Ученый, крупнейшие идеи и так далее, валяется на дороге, никому не надо. Да, вот да, о чем речь. Да, поэтому мне кажется, что мы должны строить такую цивилизацию, вот эту такую ноосферную планету, вот, по вашей теории, по учению вот твоей дочери, сына, и такие симпатичные дети у вас. Я просто, значит, вот смотрю на вот Шейлу, вот, и замечательно. Да. А вы же им передали все. Вы им вы их еще не знаете. Это я шучу, я шучу. Да-да. Ну, уже сегодня я вот и первый раз вижу их, но это просто... Они прекрасные. Я очень доволен своими. Вот-вот-вот. Я присоединяюсь к мнению вашему, что они прекрасны, и у них впереди большая творческая жизнь. А Николай Александрович предлагает площадку, на которой мы могли бы развернуть эти наши способности. Вот эта площадка взаимодействия. Вот Николай Александрович – это крупнейший специалист в области социального взаимодействия людей. Спасибо. Вам спасибо, вам спасибо. У нас сегодня праздник науки, инициатива все еще состоялась. Да. Получилось, Коленька, получилось. Спасибо тебе. Да. Ты молодец. В следующую субботу в 19 часов следующая встреча. Как это мы организуем? Телемост опробуем, Яндекс с помощью Юрия или другое решим. Или частную конференцию пускай через 40 минут. У меня постоянная конференция, у Кости постоянная конференция. Все это организуем. Просто Ален тут умудрился почту позабыл написать. Вот от него осталось почту написать, и его цены не будет. Ален, напиши почту. Я тоже забыла, я потом написала ее. Ален, я тебе предлагаю каждый раз, когда ты будешь выходить в эфир, чтобы за тобой была какая-то новая картина. Ну, чтобы другая картина. Чтобы все могли одновременно видеть твое творчество. Да. Так вот, я вам что скажу. Гильдийский мастер-наставник, академический гильдийский мастер-наставник, это круче, чем ментор. Круче, чем тьютор, круче, чем научный руководитель, потому что у него есть клеймо мастера, у него печать мастера. Вот она у вас появилась в 19 аллее. Это здорово. Классно вообще, здорово. Спасибо большое. Спасибо, Николай. Мне очень понравился вот этот вот. И что? В суфийских орденских системах, вот есть католический орденский система, у нас гильдийская орденская система, Гом Футурис, есть понятие сельселя. Это когда от шейха к шейху, вот только с разрешения, непрерывность, преемственность всего. И вот эта школа, чтобы существовала в вечные времена, должны быть последователи, система передачи и ответственности. Обратная связь. Да, точно. Здорово. Спасибо большое, Николай Константинович. Спасибо, Николай. Да, это вы. Спасибо. Вы там. Да, и всем спасибо. Бедного ребенка замучили уже мы. Я сейчас персонально позвоню Юрию Горохову и Косте, а... Горохову! Хорошо, Юрий Горох. Значит, это предлагаю... Я знаю, почему он говорит Горохов. Предлагаю... Саша, я знаю, почему говорит. Потому что он говорит Горохов. Больше значимости получается, глубины. Значимости, Хасан Магомедович, по-русски. А Горохов немножко проще получается, горох. И поэтому он все время, поскольку Николай так уважает вас, он все время Горохов говорит. Получается, Горохов – гора, да? А Горохов – это горох. Я вас всех обнимаю, друзья. Спасибо большое всем. Отлично. Кажется, что перспектива, потенциал у нас какой-то есть. Потому что здесь... Ваша работа останется в веках. Дело не только в этом. Дело в том, какая работа. Работа именно... Мы с Костей сделаем... Потому как сделать мир на Земле, чтобы сократить кризисы и войны, и потребность лекарств. Чтобы люди долго жили, да. Долго жили и были не обузой друг другу, а как раз-таки полезными всегда. И поэтому человек человечный, еще как раз-таки сегодня добавили, ответственный.
да, сопереживающие и взаимодействующие, а не только самореализующиеся. Ну, вот это все, я так понял, что мы все одинаково думаем. Да, все. Спасибо большое. Счастливо. До встречи. Увидимся в субботу. Пока-пока. Спасибо.